Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Останки морских животных возрастом 155 миллионов лет, найденные в Самосате Западной Армении. Шестой Арцахский винный фестиваль пройдет в Гатруте. Сирийские ВВС нанесли удар по турецкому конвою в Идлибе. Турецкие силы начинают новую операцию против курдских боевиков. В Армению прибудут почетные гости, среди них Барак Обама, Марк Цукерберг, Билл Гейтс. Восстановление церкви святого Иоанна в Тоге. Арарат побеждает Пюник и становится лидером. Останки различных морских животных возрастом 155 миллионов лет были обнаружены в районе в провинции Тут в Самосате, Западной Армении. Гости, которые приехали в Тут на каникулы, случайно обнаружили находки. Останки морских животных, найденные в этом горном районе, удивили гостей, и они немедленно сообщили об этом соответствующим органам. Миллионы останков, найденных в регионе на высоте 2100 метров над уровнем моря, принадлежат одноклеточным животным, улиткам, подводным скальным кораллам и различным морским животным. Шестой Арцахский винный фестиваль состоится 21 сентября в селе Ток Гадрутского района. Об этом в интервью корреспонденту Арцахпресс заявил глава департамента туризма Министерства культуры по делам молодежи и туризма Арцахской республики Артак Григорян. По его словам, в отличие от предыдущих лет, чтобы сделать фестиваль этого года интересным, в программу планируется включить ряд новостных материалов. Для посетителей будут созданы более комфортные условия, изменится концертная программа и, надеюсь, количество виноделов увеличится. Работы ведутся не только для расширения количества, но и для расширения географии. Соответствующие организации ведут переговоры о привлечении брендов из различных стран, отметил Григорян. ВВС Сирии нанесли удар по колонии боевиков, которая сопровождала один из турецких конвоев у Хан-Шейхуна. По данным источников Twitter, в результате этого скончался полевой командир Файлак Аш-Шам. Два боевика были ранены. Министерство обороны Турции заявило, что три мирных жителя якобы были убиты и 12 ранены. Как в районе боевых действий могли появиться мирные жители в непосредственной близости от военного конвоя, министерство не уточняет. Напомним, что наступление сирийской правительственной армии на юге Идлиба в последние дни вызвало обеспокоенность у турецкого руководства. И для поддержки своих подконтрольных террористических групп турецкие военные под предлогом укрепления своих наблюдательных пунктов хотят сосредоточить дополнительные силы в районе Хан-Шейхун. Вооруженные силы Турции начали новые военные операции против рабочей партии Курдистана, РПК, в провинциях Ван, Хакари и Шаринак, Западной Армении. Во время операции в этих трех провинциях было уничтожено 43 укрытия убежища курдских боевиков. РПК является террористической организацией в Турции. Борьба с курдскими боевиками продолжается уже более трех десятилетий. Газета «Жаманак» пишет, что в списке почетных гостей на предусмотренный в Армении Всемирный конгресс информационных технологий находятся бывший президент США Барак Обама, Марк Цукерберг, Билл Гейтс. Необходимые расходы на приглашение этих людей взяли на себя спонсоры. Идет реконструкция церкви святого Иоанна в деревне Ток. Об этом корреспонденту Арцахпресс сообщил глава Миликского заповедника Тога Ваге Саакян. Программа реализуется благотворительными средствами. В настоящее время ведутся ремонтные работы. Предполагается, что восстановительные работы церкви будут завершены в этом году, отметил Саакян. По словам руководителя заповедника, число людей, посещающих его, от года в год увеличивается. Параллельно расширяется география посетителей. В третьем туре чемпионата Армении Пюник дома уступил Арарату из Еревана 1-4. За Арарат дублем отметился Дидичка. По одному голу на свое имя записали Бадуян и Веслен Джуниор. Арарат набрал 9 очков и лидирует в турнирной таблице. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Аданай Вог в исполнении Флоры Мартиросян. Thank you.
Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.